Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в руках следующая. Ощущение холода в плечах и спине одновременно. Итак, мы уже знаем традиционно, что Восток дело тонкое, хотя западная медицина так не считает. Она сразу говорит, если появляется у вас холод, невралгия, вот, либо холод спускается с плеч на спину, вот, нужно что? Посмотреть, есть ли у вас остеохондроз, есть ли у вас болезни позвонков, это грыжа, это необъяснимые, скажем, факты. В общем, смотрите, чтобы психушкой не закончили. Я в полном серьезе говорю. Почему? Потому что иногда болезнь очень тяжело диагностируется западной медициной. Частенько нужно внимательно слушать болящего, который приходит и говорит о своем состоянии. Почему? Потому что он со своим организмом 24 часа. И он знает его лучше. Он, не мы. Вот почему проводится консультация досконально. Из человека вынимается все. От начала даже его болезни, которая началась, может быть, в 18 лет, а он пришел на диагностику 56. Вот вам, пожалуйста. Потому диагностика 12 меридианов при ощущении холода в плечах и в спине обязательно. Почему? Потому что теорию инь-янь никто не отменял. И именно теория инь-янь показывает нам, в каком состоянии иньская энергетика и яньская. Мы знаем, что живот – это инь. Грудь – это иньская часть, спина – это яньская часть. Вот в каком состоянии иньская и яньская энергетика. Всего лишь навсего нужно ответить на этот вопрос. Один вопрос – в каком состоянии инь и янь? И вот если иньской энергии много, вот, яньская в упадке, иньская подавляет яньскую энергетику, вследствие чего страдает что? Яньская область, которая контролируется – это спина. Пожалуйста. Здесь начинается холод. Почему? Потому что инь завоевывает янь. Не следует забывать, так что верхняя часть тела – это янь, нижняя часть тела, то, что ниже, точки ВЦ6, ЦХ, это инь. Если у человека много инь, вот, мало янь, то инь потихонечку начинает завоевывать. Что нужно, согласно восточной медицине? Поддержать яньскую энергию, либо ее немножко подпитать, не дать ей угасать. Правильно восстановить яньские меридианы, если при диагностике 12 меридианов подтвердилась теория, что не хватает яньской энергии. Яньские меридианы нужно подпитать, и точка В11 Дагджу вам в помощь. Данная точка тоже активизируется, тонизируется, чтобы привлечь яньскую энергетику, и чтобы баланс инь-янь восстановился, вследствие чего ощущение холода в плечах и спине, что прекратятся. Спасибо за внимание.